Здорово, мужики. Рабочая классика. Универсалы. Вашему вниманию из наличия. Клинки. Кованая сталь Х12МФ. Термичка на 61 единицу. Спуски от обуха. Легкая вогнутая линза. Резачки. Финиш клинка. Как мы видим, полировка. На этом ноже рукоятка термоясень. Вставка кориан. Искусственный камень. Рукояти, как всегда, пропитаны данишем. Больстер, дюраль, G10 проставки. С каждым ножом, естественно, будет темляк и бусина. Это первый нож. Пожалуйста. По второму ножу, по клинку все аналогично. Х12МФ, легкая линза, также полировка. Здесь уже, скажем так, веселый, нарядный цвет. Красное дерево падук, антипотеряйка, также кориан. Больстер из латуни. G10 проставки тоже будет с темляком, естественно. Стоимость любого ножа 3900 рублей. Вот такие красавцы. Размеры, друзья. 260 общая длина. 130 клинок, 130 рукоять. Симметрично пропорционально. 30 ширина, обух 3,3. Отличные работяги. Под любую руку практически. Для любых работ. Кроме, сразу говорю, спуск с линзой, боковые нагрузки на излом. Вот желательно не давать. Подружитесь с этими спусками. Блин, в восторге будете. Резачки, ну, действительно отменные. Два ножа в наличии. С ножнами кожа, тиснение. Два подвеса, прошиты и проклепаны. И вот так сидят в ножнах.